Итак, операция «Вторая жизнь» старому монитору. То есть вот такой вот монитор был бы ушный, куплен когда-то. И сейчас нужно было его оживить. Я купил на Gearbest вот такой вот переходник. И вот он так выглядит. И когда я его втыкаю, давайте посмотрим сейчас. То есть я его когда подключаю. Он пишет мне out of range. То есть он на мониторе у нас отображается out of range. Видите? То есть он почему-то вот этот переходник, почему-то он не срабатывает. Я взял второй, который покупал очень давно. Он уже проверенный. Я его брал, по-моему, за $17 тогда вообще. Это было, наверное, года лет 5 назад я его покупал. Вот здесь у него есть вход для колонок, да, то есть, ну, 3.5 выход джек. Я его подключал через него, планшет плазме. И он у меня остался, он у меня сохранился. И это очень хорошо, что он сохранился, потому что в данный момент, получается, вот этот, который я недавно купил на Gearbest, вот, переходник, он не сработал. Скорее всего, он поможет для компьютера, если к видеокарте подключать VGA. Но в данном случае с TV-боксом он не сработал. И мы подключили наш старый. Я постараюсь найти ссылку, где я его покупал. И, наверное, еще закажу себе один такой. Потому что в хозяйстве по-любому такой пригодится. Вот, его особенность в том, что если у вас в TV-боксе нету звука, да, то есть нету выхода 3.5, мы можем использовать его из выхода 3.5 HDMI переходника. Потому что HDMI поддерживает звук. Все, то есть вот мы поставили, вот так монитор выглядит. Вот наши настроечки, и теперь мы можем управлять, смотреть. Так, давно мы не обновлялись. Вот, но resolution not nice. For best picture quality, change the resolution to 1280 на 1224. Наверное, это можно сделать где-то в настройках. Сейчас у нас Tanix мне не нравится, то есть этот TV-Box не нравится тем, что пульт нужно направлять именно вот сюда, для того, чтобы он работал. Давайте попробуем все-таки обновить приложение. Почему оно так? Обновляем. А, нету интернета, да, я не подключал здесь. Итак, подключились. Давайте еще раз теперь попробуем запустить. Если помните, я купил Xiaomi TV-Box Xiaomi, и вот этот у меня освободился. Единственное, что мне здесь не нравилось, вот Tanix T3X, он отличный TV-Box, T3X Mini A, вот, отличный TV-Box, но у него очень отвратительно работает пульт управления, то есть нужно направлять именно сюда, и ну, не всегда у меня получалось вообще с ним справляться за счет этого. Так, у него здесь у нас где мышка. Так, закрываем. И мышку давайте включать, проверять, как будет работать. Все работает. Теперь я вспомнил, что мы же не подключили колонки. Давайте теперь найдем колонки, подключим. Кстати, можно подключить по Bluetooth. Здесь есть Bluetooth, и можно подключить Bluetooth колонку, просто ее где-то на питании поставить. Вот, но мы возьмем обычные колонки проводные и подключим их. Как раз попробуем и в этот порт, и в этот порт воткнуть их, и в этот порт, и посмотреть, как оно будет работать. Итак, нашел старенькие колоночки. Вот они выглядят так, очень печально, такие уже потертые. Вот. Но они рабочие и хорошие. Ну и давайте попробуем, вставим их в... Так, это не тот я вставляю, это вторая колонка. А где же наш выход 3.5? Вот он. Вот он. И давайте вставим его вначале в TV-Box. Все работает. Делаем тише, вынимаем из TV-бокса и вставляем в наш переходник.
тоже все работает. Где мои деньги? Что это? Что это такое? Переходник очень классный. Вот еще раз его покажу. Сейчас тише сделаю. Переходник очень классный, ну действительно прикольный. Ссылку я постараюсь найти его, где я его покупал, и выложить в описании. Потому что вот этот вот переходник почему-то, во-первых, у него здесь нету 3,5 выхода, да, для звука. И почему-то он отказался работать с TV-боксом и этим монитором, ссылаясь на то, что ему не подходит resolution, да, то есть разрешение. Вот на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Не забывайте заходить в наш телеграм-канал, покупать все со скидками. Вот, ну, всем счастливо!